историческое достижение. 100% результат. 5 файтеров из Приднестровья впервые завоевали золото чемпионата мира по кикбоксингу. Такого еще не было, чтобы все наши спортсмены вернулись с крупного спортивного соревнования с золотом. 5 золотых медалей чемпионата мира по кикбоксингу – самая громкая спортивная новость недели. Наши файтеры триумфально вернулись из Италии. 5 титулов – это рекорд Приднестровья. Это вообще замечательный успех для любой, наверное, страны. А для такого маленького государства, как Приднестровская Молдавская Республика, это вообще вкупе. Такого успеха, скажем так, никогда не было. Сборная Молдовы, в которую входили приднестровские спортсмены, заняла 3-е вообще командное место в разделе К1, завоевав 6 золотых медалей. Из них 5 приднестровских. Ну, вы все понимаете, какой результат мы принесли в копилку сборной Республики Молдова. Золотая пятерка – это братья Слав, Тимур Парфентьев, Михаил Антоха и Кирилл Сапрыгин. Сегодня на первую тренировку после фантастического выступления в Италии вышли терраспольчане братья Слав – 17-летний Артем и 16-летний Владислав. Занимаюсь кикбоксингом 5 лет, я много тренируюсь, каждый день тренируюсь. Это большой труд, и я знаю, куда я ехал, я тренировался для этого. Файтеры Польши, Бельгии и США. Этих кикбоксеров на пути к финалу одолела Владислав Слав. Для меня был самый сложный поединок в полуфинале, когда я боксировал на свой день рождения. В полуфинале с бельгийцем. Бельгиец был очень сильный, но я смог одержать победу. Для Артема Слава путь к золотой медали был длиннее. Пришлось преодолевать сопротивление соперников из Венгрии, Казахстана, Турции и в финале Финляндии. Не ожидал, что достигну таких результатов, и я очень доволен этим. После первого боя я начал чувствовать, что поувереннее стал, как-то дальше пошло уже получше, и как-то меньше волнения стало, суетливости. Наших победителей поздравил президент Вадим Красносельский. Это лучший результат в истории приднестровского кикбоксинга и один из лучших на чемпионате мира.